Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. И все, прошел у нас последний турнир по FIFA на нашем канале. Больше я пока что не планирую выпускать никаких турниров по FIFA. Может быть, попробуем все-таки по Pro Evolution Soccer в 2021 году, но это чуть уже позже, поэтому для вас сейчас нарезка со стрима. У нас был именно стримовый турнир, поэтому все голы, которые были на этом турнире, сейчас будут перед вами. Приятного вам просмотра. Ой-ой-ой. Отлично, пойдем. Стоп, а ты с каким мы играем или что-то там по времени? По времени здесь они просто... А так... я развел уже, что? Такой, ладно, Максим, просто это, давай на ноль, Максим. На белых сердцах всегда... Проверили. Ой, сейчас на пустые. Ой-ой-ой-ой. А кто эти ханданы, да? Ну! Ну! Ой, король! Кто, Роналду, да, там еще? Или нет? Кто это забил? Чего ты на меня смотришь? За это не банят. За идиотизм. Бля, сейчас, ну да, типа, еще и свет забьет. Да не, не. Да кого ты? Он мне пятюню, Максим, не дал. Гол забил, а пятюню не дал. Подожди, ты. Осуждаю. Осуждаю, блядь. Это тебе за пятюню, что не дал. Да. За осуждение. Да, пятюню мне не давать. Не давай пятюню, все, получи нахуй. Ну, святи, это тоже... Ой, нихуя, ты посмотри, что он забил. Стоп, никуда не нажимай. Ура! Ты забил? Да. Кто? Смотри. Просто довел. Это ты комментатор? Я от комментатор прям отменный. Да, я помню, на Кубке России. Как же так вышло? Как Максима заговорить? Как же так вышло-то? Это пенальти. Серхио. Либо сейчас Андрей. Ой, блин! Не, это фигня. То поговорить надо, то. Я же говорю, это давно. Ну это последнее, все. На последних секундах забил Марсепсину. Как так-то? Нагасата станет первым футболистом Японии, играющий за мужскую команду. Видел, с кем Неймар контракт подписал? Ума. Да. Вот бля. А? Месси никуда. Весь состав вообще почистит. Он уберет Кумана. Или как он? Куман же, правильно? А? Нет, тренера Барсы. Куман. Чисто такая же GTA-шка. Свят забил? Свят забил. Два или один? Свят, убери. Убей. Этот, на триггер, Ярик, нажми ему, чтобы он убрал. Все, бей. Потихонечку здесь, главное плавно, потому что если ты резко... Он все... Долго будешь стоять, он сам пробьет выше. Вот, вот. Лучше, Свят, говорю... Не, вот Ярик он аккуратно двигал именно этим мячом. Поэтому раскидал. Давай Сад даже не бил, типа он не двигал, наверное, он просто по центру. О, сейчас этот, смотри, разбег вот этот, он и здесь уебанский у него. А Неймар прикольно в спартаковской форме смотрит. О! Ничего ты, Свят, подошел, да. Коленки такой. Это что? А, сейчас Ван Дайк решающий? Да. Хорош. Сад, забивай. Сады. Чуть-чуть тебя двигай. Он вообще, вот сейчас это... Ба. Сад, не бей по центру, не бей. Потихонечку отводи чуть-чуть в сторону, чуть-чуть его. Я не по центру, я потихоньку пытаюсь. Если резко, там это уже, типа... О, домофон, чича. Вован? Нет, дурачок. Вован! Изи бай. Изи бай просто. Да блядь, это нереально. Хотите кругляшки себе включите, кто хочет? Ой-ой-ой! А ну... А? Кругляшки, ну типа эти метки.
Ну, типа и... прицелил такой. Он вряд ли тут будет бить. Да хорош! Свят 2-1 по пенкам выиграл. Все это и эти поменялись просто. Тугау! Да нет, блядь. Ой. Тебе авторские права, идите вы все в задницу, понимаете? Понять, возможно, что он так выиграть. Да. Да это FIFA Street, здесь рандом лютый почему-то. Хей-хей-хей. Хоп-хоп-хей. Танцуем. Да хуйня, ну блять, ты я в ахуе с этой игры. Охуеть, что вот это вот. Вообще не удивлен. Просто так, главное аккуратно. Ну типа ты нажми пока на цель, нажми. Вот и типа, бей. А то он сам будет выше ворот пробивать. Вот так. Ну все, 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 бей. Иди бей. Бей уже просто. По центру можно, если тебя отпрыгнет. Ты сильно зажимаешь. Либо направляешь. Направляешь высоко. Если вниз прям направит, он по низу будет бить. Вот так. Немного у Свят получается. Свят же все-таки выиграл в пенк. Мы пока со Святом выиграли в пенк. У Свята вторая серия пенальти. Свят хорват, короче, какой-то. Они всех по пенкам сейчас вынес. Какую? Ну бери. Я потыкал, я пожалуйста. Я заслужил. Ты сейчас забил? Конечно, сука! Скотыняка. Зеленая. Блин. Хорошо. Макс, ведь идти надо три там в два мяча, но не в один выебывай. Я ничего не делал, там Мотя сидит, разговаривает. Нет, ты сам нафиг, ну тебе из любой уже позиции. Так я иду и так из любой, блин. Ну не с такой. Вот! Ну. И так из любой. Ну! Блядь. Хорош! Я сказал, все. Он из любой. Хотя сейчас я мог это Максиму язык договорить. Знать бы где еще. Да, вот есть сын после дубля. Получи специальную ручку. Да, Глеб, Кобяков, Глеб, Влад. А потом еще... Там реально либо было типа... Ну, типа обосрать флаг белый... Ну, да. Со Святом? Не ожидал. Нет, у него есть уже башков. Ай! Один, два. Максим! Дима, ебать! Я вратарем убью. Максима от ебали. Сыграли в группе там, а потом еще в Реалусе. Хорош! 8-2. И что, такая хэ залетела? И что, ты видел, как... Я тебе сказал, от Сити вылетят твои. Вот они и вылетели. Один, да, в основном? Вот, ну что это? Че, ты выше опять прыгнул? Да, я очень мало нажал. Я либо по низу, либо вообще типа не трогаю его вверх. Бля, зачем рассказывал? Оооо! Там мешочек есть, короче, на раковине, слева вроде.
Салафановый такой. Как туда, Максим? Я тоже постоянно типа по центру остаюсь, если кто-то. Кактус. Кактус. Бля, будет прикольно, если мы сейчас. Нет. Фу! Ой, как ты не забил-то, блядь? Мой пиво. Максим! Гол! Бля! Ай, ладно. Я думал, Матвей на Андрей, замолчи, гуляйте. А ла Мадрид, ла-ла-ла-ла. Блин, ну ты что делаешь, что ли? О, с детства за Ювентус. Голь-голь-голь-голь-голь-голь-голь! Нет? Что? Штангу попал! Штангу попал! А этот уже джойстик отпустил. Направляй. Штангу попал! Максим пробил, джойстик уже такой отпустил. Включи, он решил, что ты как баба. Тащи! Это игра конченая, я чуть-чуть пожимаю, но летаю куда-то. Ну, Роналду, давай. Надо потом... Решающий пенальти! Всё, да! Роналду, да, пенальти забил. Мне это немного... Положи голову на его голову. Ой, бля! Ему бы проиграл. Ну, типа, это... Финал какой-то скучный был. Бля, что делать-то? Давай, забивай ему, пока он лежит. Гол! Бля. Ой, бля. Ой, блядь, да Максим, ты ёбаный ты. Я? Да. Ну и всё. Ба! Не забил ты, забили тебе, Максим. Хуй соси. Блядь, ну и хуль тогда выёбывал. А, это Ярик, я думал, это Максим. Ладно. Всё, хорош, и... Хорош, в очко! Давай, соберись, блядь. Бля, у Максима тоже проклятие. Начиная с 2017 года, Максим дальше полуфинала никуда не выходит. Сука, блядь. Каких, блядь, отскоков. Да, блин, точно такая же мне залетела. Куда ты? Ты чё прикалываешь? Я ничего не нажимал, я тебе бомбил. Макса он так же выходил. О, блядь, такой момент, сука. Так, друзья, ну что же, закончился у нас турнир. Благодарю всех участников этого турнира, только что всех проводил. Еще идет, поэтому всем большое спасибо за участие, всем тем, кто смотрел. Скорее всего, я, естественно, сделаю нарезку матчей, так что все голы, я надеюсь, сюда вмещу, потому что не так много было их. Все на этом, фифы больше я пока что не планирую допускать на канал. Будет там, да, конечно, еще ролика 2-3 максимум по фифе, ну и мы потихоньку перебираемся с вами в Pro Evolution Soccer 2021 Season Update. Так что всем большое спасибо за участие в этом турнире, всем тем, кто смотрел на стриме и сейчас, к примеру, смотрит в записи, либо я, наверное, все-таки скрою трансляцию эту, так что сделаю просто нарезку. Вот, всем большое спасибо. Ярославу мы поздравляем с победой. Вот, его, это получается вторая победа на нашем турнире. На наших турнирах, точнее так будет выразиться. Выиграл он в 2018 году Кубок России 2-1 за Спартак тоже. Вот, так что Спартак ему приносит прям такую магию
чудес для него и везения, уж точно. Все, всем большое, друзья. Спасибо за просмотр. Всем пока.